В этом году в Люберцах начнется реконструкция двух водозаборных узлов. Один из них расположен в Малаховке, а второй на улице поселок Калинина. Результатом проведенных работ станет чистая вода в домах городского округа. На одном из объектов, где готовится к реконструкции, побывали мои коллеги. Водозаборный узел на улице поселок Калинина построили в 1985 году. За почти полувековую историю здесь проводили только плановые профилактические работы. Сейчас пришла пора для масштабного вмешательства. В апреле начнется замена фильтровального зала и установка системы для обессоливания воды. Это даст возможность подавать населению качественную питьевую воду, соответствующую всем нормам СанПин. И функционирует бесперебойно. То есть сейчас настало время просто в свете современных событий и требований к качеству воды. Настала пора приступить к реконструкции. Разницу в качестве главного жизненного источника почувствуют около 17 тысяч жителей городского округа. Это станет возможным благодаря участию люберец в губернаторской программе «Чистая вода». Сегодня есть, по крайней мере, вся документация на реконструкцию данного водозаборного узла. Я думаю, что мы в ближайшее время проведем конкурсные процедуры. На реализацию проекта потратят около 175 миллионов рублей. 30% этих денег выделят из бюджета городского округа Люберцы. Остальные расходы берет на себя правительство Московской области. Ожидается, что реконструкция завершится к концу следующего года. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.